Как делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон, добро пожаловать в Майнкрафт без модов, а именно в прохождение нашей зомби-карты. Это уже третья серия, и она будет финальной, где мы все-таки уже найдем способ, как сбежать с этого зараженного города. Но, ребята, давайте не будем останавливаться, потому что если вы хотите видеть четвертый сезон зомби-апокалипсиса, то вы знаете, что делать. Мне просто нужно знать, ребята, пожалуйста, дайте мне знать, хотите ли вы видеть новый сезон. Все, что от вас требуется, это просто поставить лайк. Как только мы наберем 1500 лайков, то я сразу же выпускаю новый сезон. Но, ребята, вы такие сумасшедшие, то что на каждом видео зомби-апокалипсиса мы минимум набирали по 3-4 тысячи лайков. Я прям не знаю, как вас благодарить за это. Я просто могу для вас выпустить еще одно новое видео и сказать вам большое спасибо, но вы реально очень крутые. Поэтому, если мы сможем столько же лайков набрать на этой серии, то я сразу же увижу то, что вы хотите новый сезон. Я сразу же побегу его записывать как можно больше серий, как можно длиннее видео и как можно быстрее его выложить. Поэтому, ребята, не поленитесь. Секунду, чтобы поставить лайки, секунду, чтобы подписаться на мой канал, потому что каждый подписчик для меня как друг. Я всех вас приглашаю вступить в нашу большую дружную семью подписчиков. Я действительно буду очень сильно рад и лайку, и подписке. Да, ребята, но мы больше не будем тянуть, и мы сразу же приступаем к самому видео. Ну что, ребята, куда мы пойдем в этой серии? Как обычно, наша тайна, наш секрет всей вот этой карты хранится в полицейском участке. Поэтому наш путь сейчас лежит туда. И мы быстренько туда и побежим. Я так смотрю на это здание, мы еще тут не были. Да, если честно, мы еще много где не бывали. Еще много есть всяких зданий, где мы не были, где мы не лутали и где мы вообще не находили какие-то предметы. Вот, например, мы еще тут не были, и, как видите, у нас там есть какие-то предметы. Но давайте проще не будем тянуть, потому что в полицейском участке, как мы знаем, для нас, ну, я надеюсь, что в этой серии тоже будет куча лута. Мало того, так еще мы и найдем там... А секрет этой карты, в принципе, найдем способ, как сбежать с этого города. Так, в эндермена не смотрим. Сюда идем, смотрим тубзик. Ой, я просто сюда подбежал. Знаете почему? Потому что я увидел там надпись «Банк». А как мы знаем, Эдисон любит грабить банки, да? Любит, очень любит. Я не знаю, что у нас тут есть. Ага, это мужской, это женский. Тубзики, тутубзики. Но туда мы идти не будем, чтобы просто-напросто не тратить время на то, чтобы пойти лишний раз покакать. Я не знаю, ребята, есть ли у нас там что-то полезное, есть ли вообще у нас что-то полезное в этом банке. Ну, я вижу сундучок. Ух ты! Ух ты! Мало того, то, что у нас уже полный инвентарь водочки, так сейчас мы еще и пивасика нашли. Ребята, под конец этой карты мы, походу, повеселимся. Смотри, у нас есть пивасик, и у нас есть также водочка. Это на 3 минуты, и это на 3 минуты. Так что будет чем нам поживиться, в случае, если нас нападут много зомби. И если я помню, это что у нас? Это что у нас за Формула 1 тут находится? Или это какой-то бусик? Лук. Лук, ну, в принципе, лук нам не нужен, потому что лук у нас уже... Ух ты, нифига себе! Нифига себе, сколько у нас тут... Офигеть, это что за Робин Гуд тут прогуливался и забыл забрать все свои стрелы, которые он тут потерял? Ну ладно, не будем тоже долго думать. Так, у нас тут еще есть сундучок, пускай будет. И сейчас мы бежим к нашему полицейскому участку. А полицейский участок у нас должен быть в том направлении, где-то вот тут. Тут у нас, в принципе, поликлиника, можно сказать, то что... Здрасте. Давайте лучше валим отсюда. Давайте мы проще не будем там задерживаться, давайте валим отсюда. Я, кстати, заметил вот этот большой... крутое здание, мне, ну, на Биг Бен оно вряд ли похоже, но все же большие часы на нем есть, поэтому очень даже круто. Это у нас музей, ребята, это у нас музей. Как думаете, есть ли смысл туда идти? Почему-то мне кажется, что нет, вообще никакого смысла нет. Тут у нас студия, не знаю, кто у нас тут сидит, но... Ух ты, с железным мечом! В принципе, знаете что, ребята, давайте мы тоже туда суваться не будем. Проще сразу же побежим в наш полицейский участок. Вот и наш полицейский участок, мы сейчас сюда забегаем, и у нас начинаются... приключения! Ну что, ребята, вы готовы? Я уже привлек какого-то зомби, я, если честно, не вижу, кто и где. Я пока что не вижу.
Первые алмазные шмоточки, палочки и больше ничего, ребята. Привет. Первые алмазные шмоточки. И, как обычно, ничего особенного. Ух ты, открытая камера, ничего тут нету. Сундучок. Я уже сдал, ребят. Честно, я уже сдал то, что в полицейском участке у нас что-то 100% будет. Потому что я слышу где-то зомби, но я не знаю, где они, честно. В полицейском участке всегда что-то есть. О, привет. И полицейский участок — это финальная точка прохождения этой карты. То есть мы заканчиваем... Ой. Пивасик. Нам бы сейчас пивасик, наверное, выпить, а то... давно мы столько зомби не... Там... вот так. Фу, там спавнер. И вот, а и опять конченый дождь. А, но я его, ребята, выключил. Я тоже очень сильно люблю дождь, но то, что он так сильно шумит и такой громкий, и тем более в Майнкрафте, и вот это я, если честно, очень не люблю. Выпиваем пивасик, ребята. Я чувствую странный, точнее, смешной какой-то вкус в моем рту. Это очень круто. Ты сейчас будешь сильный, да? Или не будешь? Будешь или не будешь? Не будешь! А почему ты... Сейчас. А почему ты не сильный, если нам написано то, что нам дало 130% урона на 3 минуты, если нам ничего не дало? Фул. Нет, не... А нет, фул. Ребята... Как ни странно, опять в полицейском участке мы оделись в фул алмазный сет. Нифига себе, вы нашпиндолили вот тут этих спавнеров. И тут я вижу сундучок, может там тоже что-то будет. Но он не очень так, удобно там расположен, потому что крипер все-таки устроил нам какой-то заса... Бум, нафиг. Офигеть. Мало того, то, что мы нашли очень крутые шмотки, то есть у нас уже алмазный сет, так плюс тому мы уже нашли практически, ну, лук на 3 урона и на 1 поджигание, да? Тоже очень крутой лук. Ну, о, я тут вижу еще сундучок. Забираем. Забираем, что у нас тут? О, вот это уже вообще другой разговор. Ой, уйди, зараза, уйди. Замечательно, забираем быстренько все, что мы тут забыли. А, так. И в принципе все, да, все забрали, все. Вот это уже вообще другой разговор. Так, мы нашли книжечку какую-то зачарованную. Сейчас мы прочитаем, что там написано. Но прежде всего, давайте спрячемся где-то вот тут, чтобы нас никто не тронул. Ну что, ребята, открываем книжечку и... Ну, читаем, что у нас тут написано. Ты хочешь сбежать с города. Хорошо, я знаю одну вещь, которая позволит и поможет тебе это сделать. То есть, сбежать с города. Танк. Танк? Один рычаг. Найди это в большой башне с часами. Большая башня, помните, которую мы видели? Я даже заметил то, что, а, вот, крутая, на Биг Бен похоже, наверное, в этой. И потом еще он пишет, танк, да, найди это сам. То есть нам сейчас нужно найти сам танк. Но он не написал, где нам его найти. Написали, где найти рычаг, с помощью которого, я не знаю, наверное, нужно активировать этот танк. И потом танк, найди это сам. Удачи и, ну, убей как можно больше зомби. Ну, спасибо, чувак, мне очень приятно. Но мы сейчас сразу же бежим тогда вот в эту башню. Пока тут еще больше зомби не заспавнилось. У нас самая лучшая броня, которая вообще может только существовать. Но она, конечно, не зачарена, но все же. Это очень круто. И мы потихоньку, очень, ну, немедленно, но все же уверенно направляемся к нашей башне с часами. Мое тело промокло. Я очень этому рад, но это, мне кажется, ни хрена не делает. Хоть и в чат и пишет, да, то, что нужно что-то сделать. А я, кстати, уже сундучок вижу.
Ребята, вы уже заметили? Кто заметил, то поставьте палец вверх и просто напишите комментарий, кто заметил уже сундучок. Я не буду говорить, где его заметил, чтобы самые такие зрящие заметили, где он находится. Если вы заметили, то вы крутые. Ну что, ребята, поднимаемся в нашу башню. Я уже слышу зомби. Лифт, к сожалению, не работает, как обычно. Засада, нафиг, уже засада. Так, уй, валим, пока нас не сбросили. Но тут еще больше засады. Сундучок. Забрали и валим отсюда. Нафиг, ай, куда бы нам вот сюда. Вот сюда. И все, мы... За сколько? За 20 секунд мы облутали вот эту башню. Вот, ребята, где был сундучок. Кто заметил, тот реальный молодец. Потому что, ну, я не скажу то, что прям сложно его было заметить. Но все же. Мы нашли золотую плиту. Золотую плиту, ребята. А нам написали то, что нам нужно найти рычаг. Я не знаю, может, автор карты немного ошибся. Ну, о, еще одно золотое яблочко. Ну, а... пока. А может, не то, что ошибся, а просто, ну, я знаю... Написал то, что рычага нам нужно было найти золотую плиту. Может, для него это одно и то же, фиг его знает. Это у нас опять какой-то музей, походу. Стрелы, ну, в принципе, стрел у нас 150. Мне кажется, стрел нам, по крайней мере, сейчас будет хватать. Зато у нас очень крутой лук и меч. А я, кстати, толком не посмотрел, на что у нас меч. А меч у нас на 2 sharpness и 3... Unbreaking'ом, да, то есть он намного... Так, крутой домик, кстати. Он намного больше урон наносит и также медленнее ломается. Поэтому это круто, да. Двойной сундук, где нифига нету. Нам нужно сейчас найти танк. У меня есть маленькое предположение, где он может быть. Где-то вот тут, наверное, потому что вот тут у нас конец карты, тут у нас еще одна машинка. В принципе, мы все облутали. Мы облутали, ребята, кто не смотрел предыдущие части, то я вам скажу то, что мы облутали уже все, что можно тут только... Ну, не то, что облутали, а мы были везде, где только можно было, да? То есть мы были во всех частях этой карты, частях. Но мы не были еще вот тут. То есть мы не были еще в этой части карты, где мы сейчас находимся. Поэтому тут может, кстати, что-то быть, и может как раз тут будет... танк, потому что там, где мы не были, я его не замечал. Поэтому, наверное, он все-таки будет тут. Тубзик, душ. О, нереально крутой дом, кстати. Мы бы тут даже могли пожить. Потому что вряд ли бы нас тут кто-то достал даже в том же зомби-апокалипсисе. Нифига себе, тостер. Круто. Мы бы просто-напросто закрыли бы двери, забаррикадировали бы это все, стекла, и, в принципе, жили бы тут. На заднем дворе у нас бассейник. О, как круто. Офигеть. Ребята, мы бы тут жили всей нашей семьей подписчиков. Вот тут бы поселились. Короче, захватили бы это все, этот весь город, и просто-напросто обустроились бы тут по максимуму. И даже никакие там зомби-апокалипсисы нам бы не были страшны. Опа, зараза, на тебе 2 ударчика. Сколько тут скелетов, нафиг. О, это что у нас? Это мотель? Что-то вот... Здрасте. Здрасте. 13 уровней у нас уже, кстати, ребята. Это очень даже круто. Вот тут... Вижу. Вот он. Ребята, вот он танк, Как это называется? Reds Nom-Nom. Походу, тут у нас сейчас будет куча еды, ребят. Перед тем, как мы потопаем уже в танк, давайте посмотрим, что у нас тут такое. Потому что оно называется Nom-Nom. Значит, это какой-то гипер-супер-пупер-мега-маркет, где будет куча различной еды. Еда! А сейчас мы эту всю еду себе заберем, потому что у нас, в принципе, ее сейчас не хватает. Но... Нет, это все-таки не супер-гипер-пупер-гриппер маркет. Это все-таки похоже на какой-то реально... Ну, не знаю, Макдональдс, наверное, да, что-то там. Быстрое питание. Кстати... Круто. У нас, ну, наковальня тут у нас есть, но только я не вижу смысла сейчас добавлять на алмазный меч еще Sharpness 2, поэтому по приколу давайте добавим на железо, чтобы у нас было 2 крутых меча. У нас реально нет смысла добавлять на алмазный меч, да и в принципе как вы добавите, да? Кстати, что-то у нас есть. Нет, тут у нас тубзик, сральник, можно и так сказать, грубо выразиться. Тут у нас что?
Ну, Хавчик. Хавчик и Паутинга. Здрасте, мистер Крипер. Мы у вас заказывали гамбургер, он был не свежий. Получайте пиндос по своему насяндре. Здрасте, продавец-консультант. Консультант. Не знаю, вы какой-то не очень приятный, мне вас сразу... Реально, вообще неприятный был, я сразу же его ударил, послал как можно дальше. Следующие продавцы, там консультанты, мне нужна помощь, проконсультируйте меня, пожалуйста, что у вас есть на ужин? На ужин что-то хотел покушать, какое-то пустое кафе, никого нигде нету, все консультанты ушли, единственный был приятный, это вот тут. Вот тут был приятный консультант, но и то он нам выдал не свежий гамбургер, я ему настучал. Мы, походу, какие-то склады нашли, где, как обычно, нифига нету. Замечательные склады, охренительные вещи. Ладно, валим отсюда, и вот он наш танк. И вокруг у нас 4 спавнера. Ах, спасибо создателю этой карты, ты прям нереально крутой, то что... А вокруг танка поставил 4 спавнера зомби. Но это нам не помешает в него забраться. Мы просто сюда забираемся, и все больше нам... Никто... Не поменьше... Нет! Да! Потому что мы, ребята, прошли эту карту. Всех я вас с этим поздравляю. Крутой, если честно, танк. Крутой. Я, кстати, не могу посмотреть уже снаружи, но тут у нас есть окно, мы можем посмотреть, где и кто там. Давайте выключим немного звучок, чтобы не так было громко. И тут у нас... О! Здрасте. Охренительная схема, слушайте. Все вокруг нас собрались, мы просто, знаете, вот так, пум, открыли окна. Как делишки? 5, всем 5. Давайте, давайте, дружно всем 5. Давай, хай-файв, давай, давай, всем. Это, нет, все. Опа, 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 опа. Прикольно, ребята, крутая схема. Запомните, как делать настоящий танк или настоящее убежище. То есть вас и никто и достать не может, и вы можете даже вот так отбиваться. Крутая, крутой танк. Ну, в принципе, ребята, нам нужно как... Давайте еще вот это закроем, чтобы нас никто не ударил. В принципе, нам нужно сейчас поставить вот эту нажимную плиту на вот этот командный блок. И мы, ребята, сразу же, наверное, завершим вот эту карту. Ну что, давайте тпхнемся и посмотрим, как у нас закончится 3-й сезон зомби-апокалипсиса. Ну что, ребята. Ой, вот. Нас что нахрен заживо похоронили? Круто. Нас заживо похоронили, да, как я понял. Круто, у нас 3-й сезон закончился. Но, как я понимаю, это... Вот, нас... Короче, это был такой небольшой секретик. Да, нас хотели заживо похоронить, но все же мы выбрались и нашли домик, где мы будем выживать. И, как обычно, нас тут ожидает наш дружок. И за... Дружок, пошли за нами, давай, давай. В домик, ребята, согласитесь, то что... Ну, нехорошо, чтобы песик сидел на улице и просто мерз на улице посередине вот этой холодной ночи. Давайте мы его затолкаем в дом, и он будет у нас хотя бы на вот этом зеленом красивом коврике спать, да? А, маленький, очень маленький дом, но уютный. Что у нас тут на табличках написано? Спасибо за то, что ты прошел эту карту, за то, что ты поиграл, и за то, что ты выжил вместе со своими друзьями. Ну, наверное, с вами, ребята. Без вас я бы вряд ли справился в прохождении этой карты. Ух, нифига себе, нифига себе. Тут, вот тут так, ребята, знаете, спать и смотреть на небо. Песик, ты крутой, только давай, да, вот, во, вот там и посиди. Кролики, приветики. Так, и смотреть на небо через вот этот стеклянный потолок. Круто, ребята, круто. Ну что, что у нас тут есть? У нас тут есть версточки, у нас тут есть сундучки, у нас тут есть опять дождь, и у нас тут есть также печки. Ну и, в принципе, алмазный стенд. То есть... Стенд с алмазной броней. Круто. А тут у нас... А тут у нас, ребята, смотрите, что. Тут у нас есть балкончик, через который видно вот это все. А, кстати, мы там не сможем случайно увидеть наш город. Да, я тут вижу город. То есть, ребята, смотри, мы все-таки... Сбежали с этого города и поселились на большущей горе, где нас никогда не сможет достать никакой зомби. Гори, паскуда! Я тебе еще помогу даже нафиг! Гори ты, зомби-апокалипсисный зомбарь! Да, что я сказал? Ну, но все же, ребята,
Давайте мы на этом уже будем заканчивать вместе тут с нашим песиком. Мне реально было приятно с вами проходить вот этот сезон. Это уже третий сезон зомби. Кто у меня стрельнул? Или мне показалось? Ты там задок мой не нюхай. Ребята, это третий сезон зомби-апокалипсиса. Мне было очень приятно проходить его вместе с вами. Если вы хотите видеть четвертый сезон как можно быстрее, вы знаете, что делать. Для своих любимых подписчиков я буду выпускать видео как можно чаще. Но это моя благодарность вам за то, что вы ставите лайки. Поэтому, ребята, как только мы наберем 1500 лайков, я сразу же выпускаю новую серию. Но! Давайте вернемся, так как мы возвращались на начале этой серии, к первому, второму и третьему сезону, когда я говорил то, что на каждой серии мы набирали по 3-4 тысячи лайков. Я, ребята, еще раз под конец этого сезона хочу вас поблагодарить за это, потому что вы реально сумасшедшие на видео про зомби-апокалипсисе за один день набрать 3000 лайков. Вы реально самые крутые. За это, ребята, я вам говорю большое спасибо. Если мы сможем набрать столько же лайков, как тут, то я вас всех просто-напросто расцелую, потому что это будет действительно круто. И это вы выражаете мне свою благодарность, а я вам выражу свою тем, то, что выпущу новое видео как можно быстрее. Да, ребята, я еще раз вам говорю, так как я только что подметил, мои любимые подписчики, да, ребята, поэтому я всех вас, кто еще не подписан, приглашаю вступить в нашу большую и дружную семью. Все, что вам нужно, это просто клацнуть на красненькую кнопочку, которая находится вот там в уголку, если вы ее еще, конечно, не закрыли, но или под видео, вы знаете то, что там есть тоже кнопочка с надписью подписка, поэтому я буду очень сильно рад, если вы нажмете и подпишитесь. Каждый подписчик для меня как друг, поэтому я рад каждому новому другу. Ребята, секунду, чтобы поставить лайк, секунду, чтобы подписаться, и секунда, чтобы скачать эту карту и также повыживать на ней со своими друзьями. Ребята, большое спасибо тем, кто досмотрел это видео до конца, потому что вы реально заслуживаете уважения. Не каждый смотрит видео до конца, а многие его перематывают или выключают. Кто досмотрел, вы прям это нереально крутые, я вам всем жму руку вот так прям на камеру. Ребята, еще раз большое спасибо, всем удачи и всем пока. Ждем нового сезона, будет он или нет, зависит только от вас. Всем пока.